Кэмпбелл. Но пас на синюю. Руками себе помогает Челюс. Остановил. Еще набросил. Это гол. И вот так Кунонь отыгрывает одну. Забивая в большинстве. Был наброс Челюса. А как там дальше? Вот надо разбираться. Кто подправил, потому что здесь сразу... Возможно, Кэмпбелл. Потому что он, по крайней мере, первым поехал к скамейке. Если да, это первый гол в КХЛ. Поздравляем Кэмпбелла. Несколько раз он сегодня опасно бросал поворотом Куликова. И вот в этот раз не бросил, а именно подправил шайбу после броска Челюса.